Всем привет, дорогие друзья, с вами Алекс, и мы продолжаем играть в Car Mechanic Simulator 2018. И сегодня у нас на ремонте, я так понимаю, что это... Это Fiat. Fiat Punto, если не ошибаюсь, так он называется. Потому что вот по задним фарам, эти вот очертания. Прикольная тачка. Салон, если честно, даже не могу сказать, похож на оригинал или нет. Ну да ладно, давайте мы отправим на стенд и начнем ремонтировать. Так, она у нас уже с каким-то весиком. Что вообще от нас хотят с этой тачкой? Скажите, пожалуйста. Кстати, я могу сейчас еще второй заказ притянуть, пока у меня в боксе стоит тачка. Обычная, обычная. Я так понимаю, что у нас серьезных заказов, пока не пройдем сюжетку, не будет. Ну, блин, что я несу? У нас не будет второго сюжетного заказа, пока мы тот сюжетный заказ, который у нас в гараже, не пройдем. Значит, состояние. Как я должен узнать, что мне с ней делать? Скажите, пожалуйста. Настоящую тачку и покажу этим маловерам, что я и мои настоящие дороги, поэтому... Я прошу тебя сделать что-то с... Я не знаю. Может, это глюк? Я не прокрутить ничего не могу. Короче. Кузов, скорее всего, вряд ли. Да? Ой. Да какого хрена у меня, пацаны, резина не продается? Каждую серию продаю резину, но у меня откуда-то берется. Что за глюк с резиной? Короче, ну блин, я не знаю, что с тачкой делать. Нам нужно ее делать. Состояние деталей 68, состояние кузова 70. Это вот, то есть, скорее всего, проблема, это даже 100% проблема не в кузове, это или подвеска, или двигатель. Начнем, наверное, с подвески. Или с двигателя. Можно, наверное, поддомкратить немножко. Давайте поднимем. Ремонт тупо наугад. Мы не знаем, чего от нас хотят, что нужно делать. Просто нужно найти. Я вижу, что уже опора у нас ржавая, но, в принципе, вся тачка ржавая, поэтому... Наверное, как-то пофигу. Так. Я уже вижу, что ролик у нас убитый. И натяжитель. Возможно, проблема только с движком. Я, к сожалению, не помню, тут по разделам все или нет, но... Давайте снимем. И узнаем, попадет он в список или нет. Да. Найти бракованные части. Но, блин, я надеюсь, что это только движок, потому что, блин... Ну как это все ты узнаешь? Да никак ты не узнаешь. Стоп, а там что, радиатор был справа? Не-не-не, не снимать. Нам нужно проверить. Что-то он выглядит как-то хреново. После демонтажа. Мне не нравятся те, что некоторые вещи можно реально проверить. Вот если он не бежит, радиатор, то он нормальный. Или он забитый, или он бежит. Все. А когда к нам приехала тачка, и мы не знаем, радиатор в нормальном состоянии или нет, это тупо. Это реально очень тупо. Тут, блин, проверить, реально завести, проверить. Но он неважно выглядит. По подвеске вроде бы все такое, но живенько. Я сейчас пойду сзади загляну. Кстати, топливный. Нам нужно, наверное, электрика проверять. Выйти отсюда. Я понял. Так, короче, сканер я что-то не особо прочитал. Короче, нам нужно сканером пользоваться или с капота, или из салона, как это везде подключается на всех нормальных автомобилях. Потом мы сейчас проверим. Так, сканер не работает в старших моделях автомобилей.
О, благодаря этому устройству можно проверить состояние покрышки, ни хрена себе. Ну и знаете, мне что-то сейчас начинает казаться, что у меня просто нет половины деталей. Как ее открыть? Что, двери не открываются? Снял дверь. Как здесь салон? Переставить, демонтаж салона, режим монтажа. Что за обзор? И что, я могу насквозь ходить? Нет, не могу. Тогда дверь ставим обратно. Короче, тупо, я думал из салона, мы сейчас типа сядем в салон и сканером прочитаем ошибки, но... Хреновая идея. Что тогда делаем? Я не знаю, давайте разбирать движок и узнаем, что у нас за проблемы. Хотя, наверное, проще сейчас тупо сканировать все подряд, а там видно будет. Ну, рампу проверишь, нет? Топливная рампа. Можно произвести измерение давления топлива. Ну, я же зажимаю, не проверяет. Катушка вот ОБД. А что, у нас отдельно можно где-то давление топлива проверить? Ну, в принципе, эти все вещи в нормальном состоянии. Даже блок нормально выглядит. Вентилятор нормально. Нам реально нечего проверять. Мы ни черта не можем проверить. Кстати, что у меня там по очкам? Может... Можно добавить что-нибудь. 5% скидок в магазинах. Так. Давайте вот это вот. Отлично. Так, что мы делаем дальше? Разбираем движок. У нас две запчасти убитых. Их было хорошо видно. Возможно, выпуск. Но он такой, еще живенький. Мне просто так не хочется лезть в поршневую, вы себе не представляете. Кстати, может здесь можно в поршневую не лазить? То есть взять, например, блин, нафига свечи снимаю, они так нормальные. Взять, например, скинуть поддон, через поддон заглянуть. Это, в принципе, рядник четверка. Поэтому можно заглянуть, если игра позволяет так же, как в прошлой части. Так, давайте снимать эту часть. Нужно поддон снимать. Здесь все вроде бы живое, ремень неизвестно. Так, по запчастям я могу поспорить, что у нас до сих пор те две запчасти всего. А, нет, два ремня. Окей. Коробка передач. Вот неизвестно, коробка живая или нет. Сейчас стартер скинем на всякий случай. Кстати, возможно, через стартер мы заглянем немножко. Нужно сейчас, кстати, проверить, могу ли я, как в прошлых частях. Да, могу. Немножечко все это проверить. Но коробка выглядит живой. Короче, поршневая походу в хлам. Что-то они черные поршни у нас. Сколько нам запчастей не хватает? Раз, два, три, четыре, пять. Что-то еще. Так, воздушный видно целый. Масляный придется снять. За кожухом выпуск выглядит нормально. Но один хрен нам придется
скорее всего, все это снимать. Давайте поднимем тачку. Сольем масло, скинем поддон. В смысле, это что-то можно нажать именно поднять или опустить? Ну. Бля, да вы издеваетесь. Да мне поднять тачку нужно. Переставить. Вход в магазин. Так, давайте обратно подойдем. Игрушка сырая, народ. Очень сырая. Так, маселка, маселка, маселка. Могу поспорить, сейчас в этой игре отсюда масло не польется у нас. Та-дам! Чего и стоило ожидать. Так, давайте сливать масло. Нефть. Сейчас, наверное, кажется, что масло было хреновое. Ой, что я нажал? Кстати, заказы, больше заказов стало. Все обычные. Так, а, на тачку нужно вестись. Боже, думаю, что-то тут не то. Так, все по-прежнему, а что за звездочки? Непонятно. Так, скидываем поддон. Коробка получается у нас нормальная. Диски, конечно, передние. Так, хотя, в принципе, и задние не очень. Хотя, смотрите, поршневая у нас, в принципе, в цвет блока. Я же не думаю, что блок убитый. Или убитый. Вот эту хрень лучше проверять. Так, коленвал, естественно, мы не проверим. Ой, разборка. Блин, ну не знаю. Радиатор неважно выглядит. Поршневая мне не нравится. Да и диски вот эти вот как-то. Кстати, надо было бензонасос снять. Я могу отсюда его снять? А теперь просто поставить обратно. Нормальный. Отлично. Так, ну бак. В баке нечему изнашиваться. Поэтому бак будем считать, что целый. Кстати, может у нас описание хотя бы появилось? Нет. Найдены бракованные части. Они не бракованные. Они убитые. Даже втулки целые. А что с тормозами у нас? Блин, ну тормоза... Я даже не знаю. Но слева, ну с той стороны, короче, явно получше, чем здесь. А может такие же. Давайте сзади на тормоза еще посмотрим. Ну блин, они хреново выглядят тормоза. Давайте вот этот вот диск снимем. Высоко, да? А, нет. Ну что, диск мне этот не нравится.
Если он нормальный, то я сразу обратно соберу. Семьдесят процентов. Выглядит убитым в хлам, но 70% как-никак. Только остается понять, что у нас не работает. Потому что, в принципе, все выглядит достаточно неплохо. Получается, из снятых деталей, что у нас? Так. Натяжитель, два ремня и ролик. Все. Даже масляный фильтр нормальный. Ну, по-любому поршневая. И, блин, радиатор, наверное. Вентилятор даже. Представляете, вентилятор. Я на него вообще подумать не мог. Я думал, он вместе с тем... Я не знаю, как это назвать. Как оно там называется? Корпус вентилятора. Так, ну коробка была вроде бы нормальная. Будет грустно, если убитый блок. Блин, а придется сейчас еще привода снимать. Хотя зачем нам привода снимать? Мы-то блок вроде бы снимать не будем. Но хотя в то же время мы-то не знаем, в чем еще проблема. Кстати, может, топливная рампа вот эта вот убитая, которую мы еще не сняли, или она вместе с этим впуском? Нет, отдельно, смотрите. Топливная рампа по-любому. Нет, рампа целая. Так, но зато у нас уже сколько? 4 штучки осталось. Да ну, диск убитый. Диск? Какой, вот это что ли? Диск? Прикол. Окей. Тут тоже диск. Сорок пять, сорок семь. Ну да, в целом. Итого получается проблема с диском. Ну, в чем проблема? Жмешь, не снимается, потом еще раз нажмешь, снимается. Так, блин, а я все диски разбиваю, они хоть... Да, диски. Отлично, то есть нам нужно 6 дисков, 2 ремня, 1 ролик, 1 натяжитель. Корпус вентилятора системы охлаждения. В смысле, так у нас вентилятор был убитый или корпус убитый? Куда они делись? А, вот. Это корпус вентилятора. А где сам вентилятор? Если вот корпус вентилятора, вот корпус вентилятора, а где вентилятор-то? Балансировать, надеюсь, не нужно, потому что что-то не особо хочется. Диски, я не знаю, здесь можно их ремонтировать или нет, поэтому диски я, наверное, оставлю на всякий случай. Их не буду продавать. Так, что нам нужно купить? Нам нужен натяжитель, два ремня А и Б.
Так, планшета нет. Кстати, кто-то писал, типа, Алекс, пользуйся поиском. Я знаю про поиск, мне так удобнее без поиска. Поэтому я им и не пользуюсь. Так, а вентилятор-то какой? Потому что там вентилятор у нас есть. А вентилятор я не знаю какой. Где он там? Корпус вентилятора системы охлаждения. Вентилятор. В смысле вентилятор? У нас есть вентилятор V8 и вентилятор тип B. Какой еще вентилятор тут может быть? Ролик А вроде бы был. Натяжитель. Так, а где ремни? Нужно двигатель выбрать. Стоп, а охлаждения здесь нету, да? Короче, ремни. Цепь ГРМ. А у нас вообще на цепи? У нас на ремнях вроде бы все. У нас вроде бы на ремнях. Так, давайте посмотрим, что мы купили. Ролик А и натяжитель. Да. Ролик А. Ремни обычные, без цепей у нас все. Один и два. Так, два ремня есть. Что еще? Вентилятор. О, еще вентиляторы. Так, у нас вроде бы был вот этот. Короче, я покупаю, но скорее всего сейчас провтыкал. Просто вентилятор. Нет, все четенько. Так, дальше что? Ремни продаем. Диски. Классик 0617. Осадка 0. 0617, осадка 0. Так, ну диски нам негде делать. Прокатывать. Поэтому нужно покупать. Офигеть, вот посмотрел на диски, я не могу понять, какие. Классик. Угу. Теперь понятно. Так, ну что, собираем? Ага. А, будь. Собираем. Давайте собирать все, что под капотом у нас. Придется масло залить ему новое. Тому чуваку. Блин, у нас еще и поддон снят. Ты всю тачку разобрал. Свечи поставим сразу. Так, впуск.
катушечки. Так, дальше. Дальше. Гидрач. Дроссель наш не закручивается. Так, ремень. Водяночка. Так, и натяжитель. Натяжитель. Так, это все есть. Что нам осталось? Обуть резину. Сейчас уже отбалансируется, наверное, к этому времени. Так, идем ставить. Диски новые, сразу четко смотрится. Так. Фильтр. Поддон. Так, и диски. Отлично. О, как раз отбалансировалось. И последнее. Да. Так, последнее колесико. Есть контакт. И еще одно. Нужно масло не забыть залить. Что у нас по инвентарю? Отлично. Пусто, значит, поставили все. Йоху. Так, спускаем. Где там? Так, ну-ка, на нас спустится. Ага, отлично. Кто думал, сейчас снова, наверное, зависнет, заглючит или еще что-нибудь. Так, заливаем масло. И можно отдавать этот хлам владельцу. Но реально из-за описания тупо было, да, искать, в чем проблема, сложно. Такая хреновина. Так, ну что, завершить. Что тут по заказам? Обычный. Сарай такой. Так, но здесь подвеску ремонтировать. Там можно сразу отклонить. Тормоза тоже отклоним. Это, в принципе, один можем, наверное,
взять. Пробег небольшой, поэтому надеюсь, тут много не придется нам. О, 1.05 уже, ничего себе. Обнову реально каждый день. Соединительная тяга передняя тип А, и зубчатая рейка в рулевом управлении. А, рейку менять. Так, я отсюда смогу подвеску все расхерачить? Соединительная тяга. Боже, сказали бы стойка стабилизатора. Почему соединительная тяга? Я честно, я туплю в таких терминах. Да, соединительная тяга, еще что-нибудь. Мне нужно доступным русским языком. Я могу это и так снять. Нафига я там все разбираю? Для удобства? Или что? Тормоза менять не нужно, а то они что-то как-то не очень смотрятся. О, нет, все-таки колесо не зря снял. Тормоза, надеюсь, я там не снимал. Тихо. И рейку снимаем. Доступ снизу автомобиля на домкрате. Ой, боже, что я снимаю. Так, все, рейчка у нас готова. Осталось только ее сейчас заменить. Рейку, наверное, тоже пока что продавать не буду, оставим ее. Так, зубчатая рейка. Рейка понятна, и что еще? И тяга передняя тип А. Так, одну переднюю тягу и рейка. Рейка. А что, не листается или в самом низу сразу автоматом? Привода всякие, рессоры даже есть. Рейка. 800 баксов, охренеть. Так, подвеска могу так снизу собрать или нет? Наконечник, колесико. А, то есть не обязательно на картинку, можно даже на ту левую часть. Тормоза даже поснимал, офигеть. Так, стойку стабилизатора поставили. Тормоза все-таки, оказывается, я снимал. Как уже видно. И диск. Так, что у нас, что у нас? В принципе, все. Можно отдавать. Деньги в кармане. Так, а мы можем еще прокачаться, нет? Стоимость модернизации 1. О, нифига себе. Ремонтный стенд. У тебя нет предметов, которые можно заложить. В смысле? О, хрень для пружины. Может, у меня не открыто, или реально у меня нечего, типа, ничего нету, что можно ремонтировать. Диагностика подвески здесь. Слушайте, так я неплохо открыл. Так, что тут по заказам? Сюжетный Mayan M6.
Еду я по другому городу, я не заметил спящего полицейского. Проверьте, пожалуйста, в каком состоянии передняя подвеска, потому что мне кажется, что что-то не так. Но раз ты лежачего полицейского переехал на большой скорости, то там явно что-то не так. И вот эта тачка. Друзья, думаю, что на этом мы закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал, все ссылочки есть в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.